Пьянство, как известно, бой. Особенно пьянство за рулем. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей. Но в этот раз решили зайти с другой стороны. Госавтоинспекторы и активисты молодежного движения выражали водителям благодарность за езду в трезвом виде. Мы против пьянства за рулем. Если вы нас подпишите, то, пожалуйста, пьяну за рулем не садитесь. За рулем алкоголь не употребляйте. Как вы знаете, статистика очень печальная. И пьяный водитель – это очень страшная вещь на дороге. Поэтому просим вас, будьте внимательны в этом вопросе. Вам спасибо. Ивановские активисты проводят такую акцию уже в третий раз. Каждому остановленному водителю они вручают стикер, напоминающий о печальной статистике ДТП с участием нетрезвых автолюбителей. Водители на самом деле поддержат мероприятие и не будут употреблять алкоголь за рулем. Они эту бумажечку потом себе на лобовое стекло прикрепляют. А статистика действительно удручает. В этом году в Иванове произошло 42 ДТП с участием пьяных водителей. Пострадало 66 человек, 5 из них погибли. По сравнению с прошлым годом, количество погибших выросло на 150%. То есть сейчас это достаточно проблема большая для сотрудников ГИБДД и для других водителей. Это именно наличие на дороге таких водителей. Сегодня мы проводим профилактическую акцию, которая направлена на призыв водителей не употреблять алкоголь за рулем, не садиться в нетрезвом состоянии за руль, чтобы уберечь жизни других людей. Подобные акции будут проходить еще не один раз, но, как считают сами активисты, одной пропагандой не обойтись. Чтобы желания ездить в пьяном виде не было, требуется серьезное ужесточение законодательства. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.